Туя западная колоновидная, четырехлетка, сорт Колумна. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре туя колоновидная Колумна четырехлетнего возраста. Сегодня мы рассмотрим, какой она высоты и что она из себя представляет. У нас август месяц, ей еще расти примерно месяц. Ну, по размеру она примерно вся идет по 40 сантиметров в среднем. Здесь есть саженцы и поменьше, но 30, вот, например, сантиметров. Но ей еще месяц расти. И сейчас идет второй период вегетации, то есть сейчас рост у ней будет очень бурный и хороший до конца сентября. До второй половины сентября как раз она будет расти. И мы как раз начнем отправку. Прием заказов на нашем сайте уже начался. Отправляется эта туя Почта России и с ДЭКом, транспортной компанией. Ссылка будет на нее в описании. Можете перейти, посмотреть и заказать. У нас ее немного, в районе 800 штук. Туя западная колоновидная, сорт Колумна, очень прекрасно подходит для посадок как одиночных, так и групповых. То есть можно ее и на изгороди, которую будете обрезать, а можно и посадить группой. То есть каждую по отдельно, то есть там примерно метр. И тогда она будет очень красиво и элегантно смотреться на вашем участке. Саженец туи Колумны четырехлетний, самый подходящий для пересадки. Он, во-первых, у него корневая очень хорошо развита. Во-вторых, он уже такой заматеревший, что уже не будет бояться пересадки и быстро приживется в том месте, куда вы его посадите. Ну, естественно, нужно поливать его. Поливать его очень хорошо. Поливать до морозов и как сойдут снега. Как установится плюсовая температура, по ночам начинайте его уже поливать. Потому что даже если земля сырая, все равно надо поливать по весне. Потому что когда вы поливаете осенью, там внутри образуются пустоты. То есть вы поливаете, вода замерзает зимой. Землю распирает, и потом весной, когда вода высохнет, растает, уйдет, там пустоты, и корневая может высохнуть. Поэтому надо заливать ее обязательно после того, как сойдет снег. После того, как сойдет снег и установится плюсовая температура по ночам. Ну, еще раз, если померить ее, то она сантиметров, вот, видите, ну, здесь больше даже, нет, где-то 40, здесь у нас идет 32, ну, еще и расти примерно месяц. На этом, я думаю, обзор закончен. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик.